Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Беляков-Романов. Я представляю торговый дом «Москва-Дамаск». На неделе российского ритейла мы объявляем, скажем так, о открытии данного дома и готовы рассказать о наших услугах для партнеров. Очень интересно. Давайте, наверное, этим и займемся. Давайте. У нас достаточно серьезная инфраструктура в направлении Сирии, потому что мы работаем плотно с Министерством обороны, мы занимаемся импортом и экспортом различных продуктов питания из России и в Сирию, в Сирийскую Арабскую Республику, в частности, такие сложные категории, как овощи, фрукты. Ну и таким образом имеем полный спектр, необходимый для работы, то есть это логистику, финансовые инструменты, так как Сирия отключена от свифта, это отдельный вопрос, а у нас этот, для нас этот вопрос не вопрос, вот, поэтому мы можем организовать поддержку по продвижению производителей и поставщиков, дистрибьюторов и копакеров как с сирийской стороны сюда, так и с российской туда. Интересно, можем даже назвать сайт, может быть, как наши участники выставки, посмотрев этот ролик, смогут с вами связаться и получить более детальную информацию? Нас знают в сегменте как производители продуктов питания под брендом «Армия России» «Военторг» и «Военторг», поэтому нас можно найти по сайту snackarmy.ru или ufg.ru. Спасибо большое. Я думаю, исчерпывающе. И, скорее всего, огромное количество наших участников захотят с вами связаться для того, чтобы найти новые рынки сбыта своего продукта. С большим удовольствием. Благодарю вас. Спасибо за общение. Спасибо.